Дорогие ребята, разрешите мне от имени оргкомитета турнира «Золотая осень» поприветствовать вас всех на нашем мероприятии, поздравить вас с этими осенними соревнованиями, вас, ваших родителей, судей, ну и всех гостей нашего города и нашего мероприятия. 17 сентября 80 спортсменов из Суздаля, Мытищ, Пушкина, Москвы и Сергиева Посада собрались в спорткомплексе «Луч» на турнире по борьбе самбо «Золотая осень». Для большинства юных самбистов именно эти соревнования, как правило, становятся первым в новом учебно-спортивном сезоне. Борются юные наши самбисты 2009-2010 года рождения. Настрой у ребят хороший. У нас в команде есть очень хорошие перспективные ребята, которые борются на официальных стартах, показывают достойные результаты, поэтому на них большие надежды возлагаем. Организация турнира тоже с годами у нас не меняется, все лучше и лучше. В лучших традициях наш тренер Александр Васильевич, слава богу, он всегда придерживается традициям и устраивает замечательные турниры. На самом деле, не везде такое есть сейчас. Сейчас во многих городах, куда мы ездим, ну, скажу честно, больше коммерция. А здесь у нас как бы традиции соблюдаются. Вот, и все проходит так душевно, атмосферно. Сразу шестеро ребят из Сергиево-Посадского городского округа стали победителями турнира. Арсен Сафарян, Илья Белоусов, Тимур Надыршин, Серафим Пушненков, Илья Еремеев и Даниил Ясавкин. Боролся с ребятами с Москвы, с нашего клуба. Сильные были соперники? Да, нормально. Ну, сильные. Кто тебе сегодня помогло получить первое место? Ну, я настроился на встречи, вышел и просто поборолся. А какие-то приемы использовал свои коронные? Есть у тебя коронные приемы? Да, подхват, бедро, через голову бросок. Владимир Новоселов, Андрей Ковылов, День города.